суда нет другой возможности, кроме как признать его виновным, потому как кто-то должен все равно быть признан виновным за гибель людей. То, что Тимофеев не виновен, слышали ваши коллеги, которые сидели в судебном заседании. Ну все. Сам факт осуждения, точнее признание виновным. Вадим, скажите, ну а то, что на свободе остаетесь, какие эмоции сейчас испытываете? Я испытываю эмоции, что Россия все-таки не выйдет на первое место по осужденным. Я не пополню этот список. Я бы вообще хотел, чтобы тюрем не существовало, особенно для женщин. Я не хочу феодализм против. Показательные порки, показательный расстрел. Это плохо. Насколько тяжело вам дался процесс вообще? Мне этот процесс дался при поддержке пострадавших. Спасибо им большое за то, что при таком горе их сердца не покрылись, как сказать, жестокостью. Это настоящие русские матери, которые умеют понимать и умеют прощать. Спасибо вам большое. Я делаю низкий поклон еще раз. И прошу их, крепитесь. Ребята попали в ситуацию, которая была выше их.